Оттуда, вот по этой воде, как это озеро забыл, Макс? Исаминьяки. Ага, но в котором... Молочное озеро. По... Ну вот, а мы ликер молочный тут пьем как раз. Вот, стол у нас небольшой, да. Вот такой вот. Значит, закуска небольшая. Значит, по легендам всех рыбаков ходят, что в этом озере ловится кумжа, да, до 10 килограмм. Но, собственно, ловить ее здесь нельзя, потому что это национальный парк Панаяры. Вон там таблички висят. А ловить-то будем?